позор, клянусь честным словом, Майкли, на весь район. Я же не знал. Это таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да? Да ну, подлец, подлец, аморальный тип. Большое спасибо за сигнал. Мы мобилизуем общественность, поднимем массу. Правильно, а я пойду в милицию. Какую милицию, слушай, арестуют немедленно. Они же формально обязаны вас посадить. Деньги есть? Одно спасение – исчезнуть. Этих негодяев мы будем судить показательным судом, а вы приедете на этот процесс действительно как свидетель. Нет, я не имею права злоупотреблять вашим благородством. А каким благородством? Вы же рискуете из-за меня. Формально вы прикрываете преступника. Нину-то украл я. Я должен сам искупить свою вину. Спасибо. Огромное вам спасибо. Товарищ Шурик, зачем милиция? Не надо этих жертв. Прямо к прокурору. Он все поймет.